Знаете, на самом деле у меня нет даже слов, чтобы испытать то, что у меня сейчас творится внутри. Вы такая молодец, вы так прекрасно на интеллектуальном конкурсе себя проявили. Я думаю, это самое главное было. Это был ваш успех. Возможно, но... Я просто... Не могу говорить. Повторите вопрос, пожалуйста. Это был ваш успех именно на интеллектуальном конкурсе? Вы готовились? Или это все была импровизация? Это была все абсолютно импровизация. Просто я сама по себе очень коммуникабельный, общительный человек. И говорить для меня на публику не имеет никакой сложности. Так как я сама в детстве занималась журналистикой и брала интервью в детской программе на местном телевидении. Эльмир, ну теперь, наверное, вы же из семьи педагогов, насколько я понимаю. Я не ошибаюсь? Моя мама педагог. Вы не будете педагогом все-таки. Ну, я училась на факультете мировой экономики антикризисного управления в городе Новосибирск. Ну, я на самом деле сейчас настолько не могу переварить все, что у меня творится в душе, и сказать, что будет завтра, я уже тоже не могу, потому что все перевернулось абсолютно с ног до головы. Совершенно неожиданно. Вы не думали, правда, что победите? Я вообще не ожидала. То есть, как бы, всегда, никогда не верится в сказки про Золушек. И ехав на этот конкурс, почему-то... У меня даже мысли об этой не было. Я была безумно рада, когда я попала в пятнашку, а потом, когда сложились в дальнейшем так обстоятельства, вот я стою и я не представляю, как я выгляжу на камерах, но я просто в шоке. Вы прекрасно выглядите. Корона тяжелая? Поджимает немного. Представляете, больше миллиона долларов? Мне... Не представляю, на самом деле. Эльмира, мы вам желаем удачи на конкурсах «Мисс Мира», «Мисс Вселенной». Мы будем за вас болеть и надеемся, что вы победите. Так долго Спасибо не было победы огромное. От России. Вы прекрасны. Спасибо.